На Горького 11 армируют и заливают лестницу. С приходом тепла коллектив комбината зеленого хозяйства приступил к комплексному благоустройству города. Ремонт лестниц начали с улицы Горького. По словам директора комбината зеленого хозяйства Алексея Гаврилова, за предстоящее лето необходимо отремонтировать большой объем пешеходных зон в центре города и в отдаленных микрорайонах. Наше учреждение проводит большой комплекс работ по благоустройству нашего города. Одна из этих работ – это ремонт лестниц, восстановление, реконструкция, либо строительство новых. В данном году у нас запланировано произвести то или иной ремонт на 25 лестницах города Магадана. Позапрошлый год и в прошлом году производили ремонт порядка 20 лестниц. В городе более 300 маленьких и больших лестниц. Все они нуждаются в ремонте или реконструкции. Алексей Гаврилов говорит, что рано или поздно все они будут приведены в надлежащий вид. Бригада специалистов, выполняющих эту задачу, была создана не так давно, но среди них только опытные профессионалы, которые способны не только быстро, но и качественно справиться с необходимым объемом. В их зоне ответственности микрорайоны «Сокол», «Пионерный», «Третий» и другие. Материал для ремонта лестниц, а именно заливки, опалубки, специалисты КЗХ изготавливают на месте самостоятельно, не прибегая к помощи ГЛУТ и асфальтобетонного завода.